соблюдением всех вот этих вот процедур, атрибутов, флаги, гимны, все. Но линейка должна быть не больше 30 минут. По времени. 35 минут. Это какая-то первая. Никаких танцев, никаких песен. То есть официальная часть. Выступили представители, кто будут, гости. И особое внимание уделить первому уроку. Чтобы было написано все на доске, чтобы были наглядность была в обязательном порядке, то есть все, что касается тематики, должно соблюдаться. Значит, вы сказали, до какого времени должны звонить? Я директор Дачновской общеобразовательной школы 1-3 ступеней Нагорная Людмила Владимировна. По подготовке школы Дачновской к новому учебному году хочу сказать следующее. Уже в июне месяце силами родителей, ремонтной бригады учащихся 10 класса, классных руководителей, были отремонтированы все классные помещения. И готовы они были к новому учебному году. А за лето силами рабочих стройцеха, совхоза, завода «Судак» были побелены коридоры школьные на первом, на втором этаже. И помогли они нам в ремонте вестибюля школы. Сейчас силами предпринимателя Кащенко Вадима Георгиевича начинается замена 20 оконных блоков и ремонт фасада школы. Очень на это рассчитываем, так как наша школа капитально не была отремонтирована с 1961 года. Это уже почти 50 лет. Елена Александровна, директор Веселовской общеобразовательной школы 1-3 ступеней. Хочу сказать следующее по подготовке школы к новому учебному году. В июне месяце силами родителей, персонала школы был проведен косметический ремонт классов, коридоров, отремонтированы все кабинеты школы. Но была проблема, текла кровля старого здания школы и не было постоянного обеспеченности водой здания школы. Поэтому в этом году местный сельский совет изыскал возможность, нашел спонсора для того, чтобы была полностью заменена, отремонтирована кровля в старом здании школы, теперь школа не течет, и была решена проблема с подачей водой. То есть установлена накопительная емкость, и теперь в школе постоянная вода. В школе, в туалетах школы, в химкабинете и так далее. Это самая была большая проблема. Поэтому я считаю, что в этом году очень много было сделано, решены проблемы. Но остается проблема с столовой. В школе нет своей столовой, поэтому мы питаемся на базе государственного предприятия «Морское», на их базе, на базе столовой государственного предприятия «Морское». Но там проблемы. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы и в школе была своя столовая. Но сельский совет нам вроде бы как помогает и обещает это сделать через тех же спонсоров из города Харькова. Спонсоры были харьковская компания «Мида Юг». Поэтому они не оставляют нас, вроде бы обещают помочь, но остаются за сельским советом, за помощью их в этом вопросе. Я думаю, что этот вопрос будет в ближайшее время, в ближайший год решен. Спасибо. По проблеме с водой. Проблема с водой существует в селе, существовала подача воды, и также эта проблема была в школе. Подавалась вода по часу в день. Нас это не устраивало. Поэтому после того, как была проведена встреча, значит, с местными жителями партии регионов во главе с Ениной Петровной, этот вопрос сразу начал решаться. И сельский совет нашел спонсоров для того, чтобы этот вопрос решен был. И в течение 2 недель под руководством, значит, сельского совета и под влиянием городской партийной организации этот вопрос был решен. Теперь школа у нас с водой постоянно. Здравствуйте. Я Спитанина Ирина Витальевна, директор Морской общеобразовательной школы 1-3 ступеней. Мы занимались подготовкой школы к новому учебному году. В течение летних месяцев, с июня месяца по август месяц, нами был произведен ремонт учебного корпуса, рекреаций, холлов, учебных кабинетов. Все это было произведено при помощи родителей наших учащихся. Также нам были выделены суммы на ремонт помещения школы в размере 2000 гривен от отдела образования Савского городского совета. За это время
за летний период времени. Нами было посажено 14 деревьев, сохранили ранее посаженные деревья, кустарники, цветники. Школа наша готова к новому учебному году, однако же имеются некоторые проблемы. Очень много времени занималась администрация морской школы тем, чтобы к новому учебному году были отремонтирована крыша над столовой и актовым залом, которая у нас протекает, и очень долгое время этот вопрос не решается, не является приоритетным для некоторых служб. И также еще замена котлов в нашей котельной, потому что котлы, которые были установлены ранее в 2007 году, они маломощные, рассчитаны всего лишь навсего на 2400 квадратных метров. При нашей площади 4400 квадратных метров. И также, конечно, мы по мере возможности пытаемся облагородить, еще благоустроить территорию нашей школы. Но, однако, проблема является в том, что школа находится в очень таком неудобном месте расположения, и двор ее является проходным. Поэтому ограждения по всей территории, по периметру школы нету. Всеми вопросами обращались в сельский совет, в отдел образования. Сейчас сельский голова Никитенко Владимир Ильич занимается вопросом кровли, но пока еще никаких рабочих и сподвижек пока еще нет. И вопрос с кочегаркой, с котлами, тоже находится сейчас в работе. Ягушевская Татьяна Евгеньевна, директор Солнечно-Долинской общеобразовательной школы. Ну, хочу напомнить, что в прошлом году в нашей школе была закончена полностью реконструкция здания школы. Поэтому как бы особых проблем подготовки школы к новому учебному году у нас не было. В июне месяце с помощью родителей, учителей, технического персонала школы был произведен косметический ремонт классов, коридоров, рекреаций. Но в июле месяце мы продолжили заниматься оформлением кабинетов школы. То, что было начато в прошлом учебном году. И в августе месяце мы эту работу завершили оформлением трех кабинетов. Это кабинет математики, кабинет физики и кабинет для учащихся начальных классов, в частности, первый класс, если более конкретно. И для первого класса мы покупаем, в общем-то, она уже готова, полностью мебель для детей, так как в этом году мы открываем два первых класса, и это, в общем-то, мебель нам просто необходима. Все, что делается в школе, в нашей, это при большом участии нашего головы сельского совета Игоря Геннадьевича, партии регионов и предпринимателей. Но не бывает школы такой, в которой нет каких-либо проблем. Но пока вот такой проблемой для нашей школы остается, это школьный двор. Над проектом мы уже работаем, даже в школе объявлен конкурс среди учащихся и учителей, каким бы ты хотел видеть школьный двор. Ну, очень хочется верить и надеяться, что в скором будущем у нас в школе будет красивый школьный двор.